сообщениям прессы, это те же люди, которые сейчас воюют в Донбассе нелегально. Теперь же они официально станут военнослужащими. Причем создание нового подразделения в армии – это инициатива самого правого сектора. Минобороны только предоставила ему для тренировок пустующую военную базу под Винницей. Когда мы приехали, здесь было абсолютно пусто. На данный момент Минобороны смогло нам что-то найти. Мебель, столы, стулья. Но сейчас, в связи с финансовым состоянием государства, все это очень трудно. Фактически, мы существуем в основном за счет волонтеров, от продуктов до носков и денег на топливо. Сейчас добровольцы проходят там огневую и тактическую подготовку, отрабатывают навыки боя и разведки. Когда обучение завершится, этих военных отправят в Донбасс для ротации. Остальные будут служить в украинской армии по контракту.